Здравствуйте! Этот четверг – очень хороший день для решения финансовых вопросов. Для банковских операций и инвестиций сегодня можно делать крупные покупки и, наконец, купить то, что вы давно хотели. Успешный четверг для бизнеса и для медицинских дел. Визит к врачу пройдет хорошо. Еще сегодня здорово заниматься творческой реализацией. Ходить на свидания и пустить романтику в свою жизнь. Прекрасного вам четверга и до встречи завтра! Пятница, кстати, будет очень удачна для коммуникаций.